Приветствую вас, уважаемые пользователи, с вами снова Genium, и у нас очередной забег в безумную игрушку спеланки. Мы все еще пытаемся пройти от начала до конца, то есть не срезать нигде, ничего. Ну как не срезать? Ну, по чуть-чуть, но не пользоваться туннелями, которые мы так долго строили, а по-честному пройти все с самого начала. Так, тут как бы интересно, что там? Ну, ладно, пока тогда не пойдем. Оп! Так, мышки. А, все равно ударила мышь. Гадкая мыша. Ладно, сам виноват. Так, паучка давайте убьем. Что наверху? Меч. Я не знаю, что там наверху. Ой, слушайте, тут столько интересного всего. Но по ходу дела я все пропущу. Так, давайте вот так вот. Аккуратненько. Оп. Оч, умри, мыша. О, пес, я слышу пса. Я слышу пса. Ой, не падаем. А где пес? Где я тебя слышу? Наш маленький друг. Не знаю. Ну, вы тоже слышите, да? Его такой. А вот он! Вот он, дорогой ты наш. Так, слушай. А до тебя, по-моему, не дойти. Просто не дойти. А ты нам нужен обязательно. И нам нужен просто обязательно мышь. Пэньк. Так, что тут? Тут немножко золотишко. Песика мы обязательно возьмем. Коробочка. Бомбочки наши окупились. Это хорошо. Сапфирчик, рубинчик, алмазик. Тут все, что нам нужно. Ловушка. Честно, по-моему, активирована. А вот это нет. Да, вот это нет. Немножечко псом пожертвуем. Чуть-чуть. Так, паук. Паук, злобный паук. Паук, паучишка. Так, еще бомбочки, еще лучше. Я только за. Все, и уходим. Прошли первый уровень. Заработали сколько там деньжат? По-моему, меньше 10 тысяч, это плохо. Ой. Так, мышь. Она меня прям испугала. Уч. Паук. Тут хоть и уровень со змеями, но и паук. Про пауков тоже не стоит забывать. Так, мы видим идола. Мы не видим магазины. Значит, идола пока не берем. Потому что мы уже... Ой, прям так уже опасно пробежал. Ага, яма со змеями. Это прекрасно. Давайте... Так, тихо. Тихо, все. Побежали в яму со змеями. Уу! Так, сюда. Сюда. Там внизу. Ой, внизу все плохо. Мужика-то туда даже бросить-то опасно. Он же разобьется. А давайте, знаете, что делаем? Мы попытаемся змейку вот эту вот убить. Вот так вот, да. Вот так вот убили ее. Прекрасно. Сами упали вниз. Сделали вот так. И сделали вот так. Все замечательно. Обязательно проверить, что у нас там в коробке. Парашют. Так, мужик, пойдем в руки. Бэ-бэнкс. Все, освободили кирку. Это наш... Наше практически бесконечное количество денег. Вот, мужик, пошли сюда. И прекрасный магазин. Прекрасный магазин. Я точно вижу там перчатки. 100% вижу перчатки. Я их возьму. Я понимаю, что это... самое начало, и денег у меня совсем нет. Но если мы не наберем слишком большого количества денег, то ничего страшного. Мы всегда можем просто взять и побежать. Довольненько попытаться пройти от начала до конца. Этого мы еще с вами не делали. Так, это... Нет, я не буду это смотреть. Но главное, мы точно знаем, что нас полечили. Здесь я все-таки сделаю вот так. Я хочу забрать этот рубин. Рубин, это всегда хорошо. Это всегда прекрасно. Так, ходи. Глупость, а. Так. Да я не понял ничего. Так. Это оставить здесь. Отдайте мне кирку. Кирка, прекрасно. Учадай. Я вижу, что здесь учадай. На этом уровне. А, да как ты? Гадкая змея. Воу. Так. Давайте мы... Эй! Ушел вон.
Вот это меня чуть не подловили. Давайте мы сделаем вот так вот. Мужичка протащим просто вот здесь. Мужик, иди. Иди гуляй. Пожалуйста, гуляй. А я пока пробегусь вот тут. Вот у нас. У нас тут сундучок. Еще ключик. Так, а куда нам нужно? Честно. Мне почему-то кажется, что нам куда-то туда. Здесь вот. А, нет, нам не сюда. Прошу прощения. Нам точно не сюда. Здесь у нас, по ходу дела, уже все активировалось. Все, что можно было активироваться и нельзя. Мужик, пошли. Я тебя вот здесь вот отпущу. Беги, пожалуйста, пожалуйста. Беги. Так, вниз, вниз. А мы пока сбегаем за ключиком. И с ключиком уже будем продвигаться вот так вот. Обязательно убьем вот этого злого чувака. Все, не забываем про нашу кирку. Кирка, она нам очень пригодится. Оп, оп, оп. Как это было красиво. Кирка. Кирка вниз. Так, ключик тоже туда. Так, я сказал, туда ключик. Слушайте, перчатки, конечно, классная штука, но я, наверное, все-таки не умею ими пользоваться, честно. Оп, ой. Мышка шла вон. Вот, ключик. А так. Знаете, что сделаем? Возьмем. Вот, возьмем кирку. А, нет, слушайте, это, мне кажется, будет фатально. Нет, не будет. А? Все, открываем учадай. Берем мужика. Мужик, пошли со мной. Я точно знаю, что выход там. Так, перепрыгивай. И возвращаемся за киркой. По-моему, это будет для нас немножко фатально, потому что привидение с этой стороны. Уходим. Уходим, 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 уходим. Все, ушли. Фух! Так, надо немножко быстрее работать. Ой, жизни так... Ой, денег так как мало. Слушайте, денег вообще мало. Катастрофически набрали. А вот здесь вот у нас куча, 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 куча коробок. Умирай, мышь. Умирай, мышь, пожалуйста. Так, вот прыжковые ботинки. Это мне нравится. Это мне по душе. Хороший магазин, наверное. Но... Он не позволит нам... Знаете, что сделать? Он не позволит нам воспользоваться идолом. Потому что если мы его возьмем, то мы обязательно тут всех запустим. Бомбы, еще бомбы. Ой, прям опасно. Опасно, опасно. Ладно, я бомбу все-таки взял. Не знаю зачем. Я слышу Голди. Я однозначно слышу Голди. Где ты? Где ты, детка? Ты здесь, и я доберусь до тебя даже пешком. Даже пешком я до тебя доберусь. Так, мышь, пожалуйста. Ич. Вот так вот тебя убью. Змей. Змей, злобный змей. Да что такое, а? Как я по нему попал? Ужас, ужас. Там скорпион, я туда не пойду. Там слишком страшно. Честно. Убьем вот этого друга. Ты не умрешь тут? Нет, вроде не умрешь. Мне тут кирка у меня осталась. Пожалуйста, верните мне мою кирку. Так, что тут у нас? Тут у нас... Ой, скелет. Давайте мы сейчас Голди все-таки возьмем. Притащим сюда. Не будем падать на ловушку. Вовремя отожмем кнопку быстрого бега. Оп, и все, и уходим. Ого, дошли до джунглей, а денег нет. Пожалуйста, да? Жаловался, пожалуйста, вот тебе мертвый уровень. Доставай сколько хочешь денег. Спасибо тебе, игра. Кристальный череп, это, конечно, прекрасно. Вот только я его фиг донесу, мне кажется. Ну ладно, давайте посмотрим, куда нам нужно вообще. Мне бы очень сильно не помешал, знаете кто? Мне бы очень сильно не помешал компас. Давайте проверим, что у нас поверху. Что у нас поверху есть? Нет, золотишка нет. Ничего нет. Какой-то бедный мертвый уровень. Это вообще жуть, жуть. Так, обязательно убьем вот этого друга. А, кстати, о птичках. У нас здесь...
смотрите, что есть. Давайте оставим здесь вот эту штуку. Мужика сбросим вниз, он, скорее всего, даже выживет. Ой, или нет. Там такой звук был, как будто бы я его на что-то напорол. Ну, ладно, предположим. Так, я точно знаю, что вот здесь вот у нас есть вход в секретный уровень. Надо ли нам туда? Спросим. Спросим и скажем, что пока не надо. Ух! Все нормально, мужик выжил. Это прекрасно. Это прекрасно, что мужик выжил. Давайте оставим здесь у нас вот эту штучку. Сбегаем за мужиком. Мужик, пошли. Мужик, пошли, ты нам очень нужен сейчас. Тиканье я нигде не слышал. О, слушайте, а в принципе мы даже можем попробовать, знаете что? Сбегать за кристальным черепом. Потому что у нас выход, ой, вот он вот здесь вот, практически рядом, я сказал, да? Давайте, оп, схватили череп и побежали. Так, оп, 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 я думал, я схвачусь за веревку, честно. Я честно надеялся на это. Нет, нет, не получилось. Так, ну ладно, мы хотя бы донесли череп. Я думаю, что мы все-таки не пропустили темный рынок. Я на это надеюсь. Тиканье, по крайней мере, но я не слышал. Так, обязательно докопаемся до рубинчика. И, наверное, даже до 1500 докопаемся. Все проверяем. А вдруг здесь темный рынок? Здесь нет. Здесь вот точно вижу Голди. Ну, Голди это прекрасно. Давайте, значит, мы до нее и копнемся. Так, Голди. Ой, получи по голове. Где же Тик? Где же Тик? А, нету Тика пока. Так, что там у нас? У нас там обезьянка. Ой, опять по голове получила. Ну что ты будешь делать, а? Оп, обезьянку убьем. Выход, прекрасно, выход. Пожалуйста, не умирай. Так, мужик с пупком. Так. Слушайте, я... Так, давайте мы тебя вот убьем. Тебя просто так вот убьем. Голди, пожалуйста, пожалуйста, сюда. А я, пожалуйста, наверх. Пойдем пробежимся немножечко по верху. Попробуем найти все-таки, проверить наличие темного рынка. Так, оп, оп, так. А, что такое? Куда? Темный рынок. Темный рынок. Ладно. Я запомнил. Видимо, на этом уровне не было темного рынка. Игра просто решила поиздеваться и меня убила таким жесточайшим образом. Фух. Так, все. Все. Успокоились. И теперь у нас, смотрите, игра дает нам кучу сапфиров. Не надо извиняться перед мной. Я тебя не прощу все равно. Можешь даже не пытаться. Никогда. Ты у меня столько нервов уже съела, сколько у меня не съедал диплом, когда я его писал. А писал я его тяжело и муторно. Так вот, диплом это ерунда по сравнению с тобой. Так, обязательно все заберем. Скелет. Скелет хотела жить. Ты не хотела жить, значит ты умираешь. Ой-ой-ой. Что ж ты так игра такая... Такая прям гадкая, а? Дала мне темный уровень. Я убежал там от всех. Украл даже серебряный череп. Так, я тут немножко сосредоточился, прошу прощения. А ты взяла и меня убила вот так вот, жесточайшим образом. Голди-то я слышу, я на город Голди прям перед выходом. Все отлично. У-ху-ху! Прыжок. Прыжок. Так, тут слишком много бомб надо, чтобы туда добраться. Я не буду этого делать. Тем более денег нам так неплохо предоставила игра уже. Вот здесь вот, наверное, давайте воспользуемся веревками у нас, потому что больше. Ну, у нас их элементарно больше. Мы там взяли один сундучок.
Не сундучок, а ящичек. Так. Ну что ж, первый уровень 16100. Так, нет, не 16, даже больше. Я обязательно забегу сюда и обязательно заберу камень. Камень нам просто необходим. Тырень. Так, и побежали дальше. Песик, мы тебя спасем. Ну или попытаемся, по крайней мере, это сделать. Не убив тебя жестокой смертью. Как там в жизни бывает. Кусачья, да? Собака бывает кусачья только от жизни собачья. Вот это про нашего пса. Что тут? Тут ничего, у чадая нет. Так что камень вот туда вот запустим. Пусть там валяется. А мы пошли за псом. Пес, пойдем со мной. Так. Пойдем со мной, я попытаюсь тебя спасти. Ну, ничего не обещаю. Так, магазин. Неплохой магазин. А здесь мы будем либо веревкой пользоваться, либо бомбами. Наверное, все-таки попытаемся это веревками сделать. Решить данный вопрос. Так, пес, давай-ка, пожалуйста, вниз. Я тут камушек пока схвачу. Ну так, на всякий случай. А вот что? Ой-ой-ой, так, что с тобой-то сделать, а? Ой, слушайте, я сейчас, кажется, сагрю продавца. Нет. Фух. Повезло, честно, повезло. Больше других нету слов. О, и мы можем пожертвовать пса. Пес, пойдем. Пойдем, мы тебя пожертвуем. Ой, гад. Гадкий скелет. И нам дали перчатки, с которыми мы абсолютно не умеем обращаться. Спасибо. Спасибо тебе, добрая Кали. Ты хочешь нашей быстрой смерти, я так понимаю? Вот, паучок. Паучок, боровичок. Я просто тебя обойду. Так, да? Бомбы. У нас куча денег. Честно, давайте воспользуемся бомбами. И, наверное, сбегаем вот туда. Вот сюда мы обязательно сбегаем. Я надеялся, что здесь нам не понадобится тратить бомбы, но нет, нам все-таки понадобится этого делать. Давайте сделаем вот так вот. Вэч, пригнулись. Кабейнс. Благо, добрая тетя Кали дала нам перчатки, которые позволят нам сюда запрыгнуть. Эч. Скелет. Гадкий скелет. Вот, мы тебя убьем. Ич, все здесь проверим. Тебя запустим. О, хорошо. У нас богато. Ой, кто-то злой и страшный тут появился. Ну, значит, это нам отсюда пора убегать. 27 тысяч. Сносно. Тем более у нас есть уже зеленая перчаточка сковолазная. Есть паста липкая. Это хорошо. И сейчас бы, знаете, что было бы прекрасно? Прекрасно было бы найти еще раз кого-нибудь, кого можно пожертвовать. Я же нажал прыжок, а? Глупая игра. Ого, так. Делать мне здесь нечего. Пес? Нет. Девушка? Нет. Мужик? Нет. Никого не видно. Все спрятались. Все увидели, что там есть Кали. Так, мне обязательно нужно что-нибудь тут взять. Так, что ты будешь делать, а? Да что ты? Я же видел паука. Все, прекращай тупить. Оп. Оп, все, вроде не тупим. Здесь кто? Магазин. Слава богу, тут уже все сработало. Все уже сработало до нас. И это хорошо. Потому что я думал, сейчас получу. О, чадай. Ишь, девушка, отлично. Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы сначала... Ой. Вот так вот убьем мышь. Вот так вот убьем еще одну гадкую тварь. Вот так вот. Вот так вот, ладно, тебя убьем. Оставим здесь бомбу. Зачем? Ладно, протолкаем тогда, хорошо. Попытаемся там заблокировать скорпиона. Прекрасно. Все, голди, пошли. Пошли. Ты у нас сегодня жертвенница. Ты меня, конечно, извини. Но я тебя пожертвую. Так, пожалуйста. Да что такое, а? То есть вот когда... Ладно. Я все понял.
Я все понял, я не смогу это сделать. Мы соберем Капалу. Та-дам! Что дает нам Капала? Капала нам дает радость убийства. Так, ладно. Радость убийства будем проверять на ком-нибудь дальше. Так. Или знаете, что сделаем? Мы сейчас купим вот эти вот ботиночки. Оп. Вот, собрали. Ой, прошу прощения. Не та кнопка. Я очень сильно извиняюсь. Так, нам надо еще кого-нибудь убить. Обязательно. Причем, например... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Глупость, глупость, глупость! Так. Что-то я сделал одну большую глупость, честно. Так. Уэк-уэк. Пожалуйста, умри. Пожалуйста, умри. И я бы с удовольствием... Слушайте, ключик-то я, наверное, да, уничтожил. Да, я уничтожил ключик. Прекрасно, я бы даже сказал. Уходим. Че? Не судьба нам собрать Чадай. Соответственно, не судьба нам попасть на черный рынок. Да, но игра на нас не продолжает, продолжает нас радовать. Она дает нам темный уровень. Говорит, собери тогда денег. Раз на темный рынок ты все равно не попадешь, собери тогда хотя бы деньжат. Пожалуйста. Хорошо, спасибо тебе, игра. Я тебя услышал, я тебя понял. Так, что у нас здесь? А что такое, а? Походу дела, знаете, куда я упал? Паучью яму. Не паучью, а как ее зовут? Друг... Яма-то которая. Что такое, а? Так. Я очень сильно хочу, чтобы... Так, вот так вот я хочу сделать, пожалуйста. Оп, все-таки мы заполучили себе одну жизнь. И это хорошо. Здесь у нас что-то. Это не паучья яма, это яма со змеями. Оп, темно. И тут у нас шмопс. А! А, пес, пес, пес! Да что такое, а? Ой, нет. Давайте третий забег. Третий забег на счастье. Все, на удачу. Побежали. Пес, 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 пес. Ой-ой-ой-ой. Пес, 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 пес. Пес нас подставил. Подставил нас по полной программе. У нас была уже Капала. У нас уже все было. Все было на мази. Нет. Оч. Да что такое, а? Что же вы будете делать? Там мыши-то проклятущие. Я не знаю, как вас еще обозвать. Бьете и бьете меня. Так. Обязательно. Обязательно вот так вот запустить. Обязательно вот здесь вот все взорвать. Потому что нам нужен мужик. Нам по-любому нужен мужик. Так, да, не пойдем. Там очень страшно. А вот золотишко соберем. Та-дам! Так, мужичок, пойдем. Та-да-дам! Будешь у нас главным убийцей здесь. Да что такое? Нет, тихо, 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 собрались. Все, соберись, тряпка. Так, тут у нас что? Тут у нас змеюка. Злобная змеюка. Так, что такое? Оп, запрыгнули. Мужика отнесли. 22 тысячи, первый уровень. Всегда бы так, а? Ой. Если бы всегда было так. 22 тысячи на первом уровне. Прекрасно. У меня других слов нету. Так, как я не попал в паука? Кто мне объяснит? Конюшки, тебя убить, пожалуйста. Пожалуйста. Так, ты сюда. Тут коробочка. Ради коробочки можно потратить. Ну, я бы не сказал, что это было очень классно. Ну, по крайней мере, это парашют. Он, может быть, даже спасет нам когда-нибудь жизнь. Он уже не раз это делал, если честно. Ну, будем надеяться, что он снова это сделает. Так, так, все. Так, что тут у нас? Еще золотишко. Еще золотишко. Прекрасно.
камушек. Даже я, наверное, даже сюда спущусь. Потому что здесь еще 1500 золота и голди. Голди. Так, по-моему, до тебя будем добираться там с бочка, с бочка. Здесь мы точно не будем этого делать. Все, побежали, побежали, побежали. А, бежали, побежали, побежали. Оп. Аккуратненько. Так, коробка. Коробка, это хорошо. Это прекрасно. И тем более нам все равно докопаться до голди. Да. Да, нам по-любому надо до нее докопаться. Кроме как вот здесь, мы это никак не сделаем, поэтому обязательно надо это сделать. Так, ой. Ой-ой-ой. Веревка-то. Про веревки-то я и забыл. Магазин. Магазин, который даст нам обязательно компас. Спасибо тебе, магазин. И это уже мне нравится. Компас — это хорошо. Это всегда прекрасно. Так, что у нас дальше? Еще один уровень. Еще куча пауков. Эч, так, давайте возьмем с собой просто тогда вот эту штуку. Так, и только не говорите, что мне туда надо... Нет, не надо мне туда проскакивать. Мне достаточно вот, вот здесь вот пробежать, убить мышь, убить паука. И даже можно было бы запрыгнуть туда в бок. Но я почему-то этого решил не делать. Так, здесь вы знаете, что делаем? Здесь мы просто на скорость пробегаем, и все. Здесь наверху что? Никого? Так, паучок, паучок. Эч, паучок, боровичок. Мы тебя боимся. А, учадай, учадай, это хорошо. Пэнк, пэнк. Так, ключик здесь, а где сундучок? Мышка? Какая-то мышка, это змейка. Так, где ключ? Где сундук? Где сундук? Я точно слышу голди. Вот она, голди, это хорошо. Голди, пойдем, пойдем с нами. У нас есть там выход. Даже, возможно, ты до него дойдешь живая и невредимая. Так, вот, отлично, мы нашли. Нашли сундук, нашли все, но это все очень плохо. Хотя, она, смотрите, как прекрасно все собрала. Так, так, голди, мы тебя оставляем здесь. Слушайте, веревки-то у нас заканчиваются. Причем заканчиваются просто катастрофически. Это очень плохо, честно. То, что у нас так мало веревок, это очень плохо. Давайте, знаете, что делаем? Мы воспользуемся вот здесь вот бомбой. Вот, вот так вот. Потому что веревок у нас, ну, просто у нас одна веревка, две бомбы, это вообще ничто. Это, считайте, на этой веревке повешаться и еще и бомбу кинуть под себя, чтобы веселее было, и все. Вот у нас больше других вариантов здесь нету. Так, пиум. Запустим тут все. Посмотрим, что у нас здесь. Ох-ох-ох, а выход-то под нами коробка. Коробка, коробка. Коробочка. Я бы с удовольствием бы до тебя добрался, если бы в магазине была куча перчаток, например. Да, было бы замечательно. Паучок, умри, пожалуйста. Что у нас здесь? Даже аккуратно упадем. Куча бомб. Куча бомб, это нам пойдет. Куча бомб, это хорошо. Конечно, я бы с огромной радостью сбегал. О, что такое? Ой-ой-ой. Так, убьем паучка. Убьем змейку. Девушка, девушка с коробочкой. Рядышком. Это хорошо. Мыши, мыши. О, золотишко. Золотишко нам пойдет. Обязательно тут всех убить. Обязательно запустить ловушечку. Не забыть. Так. Все, побежали. Голди, 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 голди. В коробке будут очки, которые нам уже абсолютно не нужны, потому что у нас есть учадай. Это, знаете, как мертвому припарка. Уч. Так, вот здесь вот очень опасное место. Давайте мы его просто-напросто пробежим. И так, жадность фраера погубит. Нет, все нормально. Уч. Так, 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 золотишко. Золотишко. Слушайте, а можно сделать вот так вот, честно? Оп.
взять и уйти. Вот просто вот так вот, вот в наглую. Взять 10 тысяч и скрыться. И вот он начинается, злобный уровень. Слушайте, я боюсь туда идти. Я просто поставлю здесь бомбу. Ну, я не знаю, мне страшно, мне реально страшно. Так, что у нас здесь? Мышь, лягуш. Кто тут еще? Хотя, с другой стороны, нам нужно было обязательно проверить, что там находится. Так, здесь у нас что? Лягушка. Так, здесь проверяем, что находится в ящичке. Ой. Так вот. Пистолет? Какой-то замораживающий? Нет, паучий. Паутинный пистолет. Ой, слушай, я не знаю. Так-то бесполезная для нас штука сейчас. Абсолютно. Ну вот вообще она нам... Ну она никуда нам не уперлась. Ну ладно, есть и есть, что делать-то. Я видел там пса. Я точно там его видел. Ох, охотнюшки. Что? О! Так, я засмотрелся на пса и решил, что покончу жизнь самоубийством на шипах. Да, покончу жизнь самоубийством на шипах. Ну что ж, ребята, с вами был Genium, была игрушка Спеланки. Она еще раз показала, что мы до сих пор не умеем в нее играть. Уже 156 смертей. Ну что ж, играйте в хорошие игры. Пока.